Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем контейнерную площадку 5 метров 95 сантиметров в длину. Вот на эту площадку распаковываемся, приступаем. Продолжаем монтаж. Обшили торцы профлистом. Наживили поликарбонат, каркас, естественно, тоже полностью собрали. Уголок наверху будет сейчас, заднюю стенку приготовили. Сейчас будем листы резать пополам, 2,5 метра по 125 сантиметров. И все, продолжаем. Закончили монтаж контейнерной площадки. Напомню, значит, смонтировали мы контейнерную площадку, габариты, высота 2,40, длина без 5 сантиметров 6 метров, то есть 2,95, размер площадки ихней, маленько секцию КГМ укоротили. Значит, свалена конструкция, в глубину 1,5 метра, свалена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 40, 20 на 20 и столбики 40 на 40. Окрас серого цвета, полимерно-порошковым способом 7004. Торцы обшиты профлистом синего цвета. Поликарбонат 4 мм тоже синий. Все, наверху уголочки. Здесь под 3 бака. Секция крупногабаритного мусора. Основание контейнерной площадки асфальт. Соты защищены. Здесь уголок обрамления. Забита арматура и привалена. Швы подкрашены. Все красиво. Вот такая красота. Всем пока.